Короче, целый микроавтобус мы сняли. Дети вот машут. Да, Миша? Встречай нас. Сейчас мы доедем. Ехать долго. Ехать, наверное, час будем. Вот, такое красненькое такси нас повезет. Мама у нас одна сзади. Ну, надо то, может, здесь на этом диване дораспать лечь. Сказали, час будем ехать. В общем, посморим. Нам, кстати, сказали, я не понимаю, что... как бы нас не в тот отель не привезли. Там нет у них слова «гранд». Ну, может, он недавно стал более грандовитый. Короче, аэропорт интересный такой, своеобразный. Очень много таксистов здесь стоит. В общем, как сказать вам? Спрос. Если, да, спрос очень... Зарождает предложение. Да, рождает предложение. Как я понимаю, как мне показалось, что менять валюту не обязательно в аэропорту. Можно подойти к таксистам ближе к выходу, которые... О, а такая я так красивая. Я думала, что мы будем доллары рассчитывать, поэтому мелочи набрала. Вот, да, взять какие-нибудь не крупные доллары. Такие пальмы интересные, они низкорослые, как кусты, да? Да, и цветы какие-то интересные. Кстати, очень-очень влажность высокая, очень. Вот. Очень-очень жарко даже в тепле. Да. Растительность такая отличается, на мой взгляд, мы такую не встречали. Нас везут. Что-нибудь покажем интересное по дороге. Пишите в комментариях предположения, где мы находимся. Аэропорт красивый, машины необычные. Много крутых машин я видела в районе аэропорта. Вот. В общем, мы забрели очень-очень далеко. Скоро вы все узнаете. Смотрите, какие пальмы, как кусты, реально красивые. Почему такие в Турцию не завезут? Они прям очень шикарно смотрятся. Единственное, что почему-то они в большей степени желтые, чем зеленые. В общем, мы едем в отель. Сейчас пока заселимся, пока своим всем позвоним. Уже, наверное, будет времени достаточно много. Но нам надо отдохнуть. Мы летели в итоге в общей сложности почти 19 часов. Потому что долго еще самолет стоял на территории взлетно-посадочной полосы. Вот. Ждал, когда освободится, наверное, карман, потому что к нашему самолету подвозили карманы, мы шли, они ехали. Да? Может. Вот. В общем, сейчас приедем в отель, покажем, какой шикарный для отдыха мы сняли отель. Интересное такое дорожное устройство. С одной стороны, вроде бы как у нас, но отличия все равно заметные есть. Берешься ехать с запасом. Дорогу тоже здесь не любят ремонтировать. В общем, заселились мы в отель, шикарный отель, друзья мои. Рум-тур вам еще не снимали, обязательно снимем. Здесь с нашего балкона, так же, как и вот с холла похуже, с балкона получше видно. Виды шикарные открываются. Вот здесь, посмотрите, какой бассейн.
Отель просто превосходнейший. Нет, жди нас. Шикарнейший отель. Мы сейчас вышли в поисках, где можно покушать. И вообще полотенца получают тут люди. Спроси у тети, где можно полотенце получить. Олег, ты английский знаешь? Или она далеко? Сейчас узнаем, где можно полотенце получить. Или пойдемте покушаем, потом узнаем. Олег побежал. Мишута зовет на лифт, который полностью прозрачный. Сейчас мы в нем покатаемся. Ты вызвал его? Нет. Вызывай. Надо, чтобы его нашли. Надо так звонить в него. Смотрите. Зрители, смотрите. Смотри, мам. О. Вот вниз поехала, лифт вверх. Ага. А где кушать? Ну, точно на первом уровне. Да? Ну, на любом случае. Наливай наш бар? Давай. Ой, как тут это самое, сауна. Ой, сауна. Ой, сауна. Жих. Второй этаж. Первый этаж. Это так страшно. Как будто под землю. Пойдем искать, где пожрать. Куда сюда придет? Шикарные фонтаны. Может, вечером она подсвечивается? Это, говорит, наверное, подсвечивается днем. Шикарная вообще инфраструктура и вообще очень ухоженный, красивый отель с большим количеством пальм. А Адалита где? Вот здесь, где люди сидят, да? В общем, все закрыто. Сказали нам, какое-то Адалита кафе открыто. Сканер пара. Чего-то там. А теперь нам принесли бургеры. По-моему, это даже круче, чем в Enjoy. У меня такое ощущение, смотрите. Супер. Картошечка. Прогуляю немножко вас по территории. Вот так здесь красиво оформили Grand Costa Mujeres. Пальмы какие красивейшие. Супер. Красота, лепота. О, крема здесь от загара. 70. Видите, какая красота. Территория просто сказка от слова мечта. Так, давайте дальше не пойдем, потому что мужчины мои пошли к бассейну. Пройдем вот здесь насквозь, потому что по ту сторону на нашей территории бассейн. Сейчас пойдем искать мальчиков наших. Посмотрите, друзья, мы в раю! Ура, мы в раю! Мужчины мои где-то здесь. Это бассейн. А вижу, уже Миша плавает. А папа и Олег отдыхают. Коктейли здесь люди где-то берут. Вкусненькие. Все классно здесь, это занято, нет? Тут нет. А где они все полосатые полотенца берут? Где-то ж берут, правильно? Какая красота, прелесть, да, от слова мечта. Пойдешь туда, что-то надо. Я тут на свой час, наверное. Пойдем. Пойдем. Придем потом сюда еще. Теплая вода хоть? Мишута, пойдем.
гоу-гоу. Очень сильный ветер, но это даже хорошо, потому что, а иначе бы здесь просто была бы такая душегубка. За счет ветра еще складывается впечатление, что не так уж и жарко. Но на самом деле очень ядовитое солнце. Не зря мы сейчас прошли маркет, в котором продают крем от защиты, для защиты от солнца. 70, не зря. Вот здесь есть бар, можно различные напитки взять. Красота, ляпота. Мальчики мои идут тоже. А вот это, друзья мои, красивейший, супер-мега-крутой, невероятный мексиканский залив. Народ где-то крылья еще берет, коктейли какие-то. Короче, здесь голодным не останешься. Мы так вкусно покушали. Мне кажется, я 150 миллиардов лет так вкусно не ела. Хотя сама вкусно готовлю. Ну, это такое объедение, такие огромные, мясистые. Такие огромные, мясистые креветули, какие мидии просто превосходнейшие. Это такое объедение. Посмотрите, какой белый песок. Мальдивы! Да? Шик, блеск, красота. Слушайте, арпач-бахшиш, любимый наш арпач-бахшиш. Все подается в сравнении, друзья мои. Ничего не буду говорить, потому что вы начнете говорить, что я говорю про арпач-бахшиш плохо. Я его обожаю. Это наш самый любимый арпач-бахшиш. Вот. Но посмотрите здесь, как здесь, на Мальдивах. Миша, Мальдивы? Это просто нереально. И здесь бар, можно было сразу идти сюда и здесь кушать. Но нет, нет, мы не зря туда сходили. Я буду туда каждый день ходить. Это просто. Смотрите, какой песок. Это нереально. Так. Наверное, если по нему босыми пойти, то будет... Вот это песок! Я никогда в жизни такой не видела! Вы посмотрите! Я такой видела песок, знаете где? Молодец, теперь у меня ноги красные. Покупали мы Мишутке кинетический песок. Вот там такой был песок, наверное. Это просто вау! Это что за песок такой? Это манка, друзья мои, манка! Целое побережье манки. Мы в раю. Леша, мы в раю. Мы живы? Ну-ка, меня тоже ущипни. Ай! Вау. Слушайте, песок вообще не горячий, да? В Турции шиш бы прошли бы. Прохладный, классненький такой, да. Просто нечто. Вы посмотрите, какой здесь рай. Восторгу нет предела. Там еще буйки есть. Бывали. Мальдивы. Мы на Мальдивах. Как водичка, Алексей? Что-то здесь этот водоросли какие-то темные. Он не такой жгучий, не такой обжигающий, как в Турции. Просто супер. Парное молоко. Вообще. Встряхни руки на мой телефон. А ты в какой-то... О, да, меня давай. Ты даже не холодный. Да. А, вот. Классно. Загадывай желание, мама, Оля. Слышишь? Да. Давай, загадывай желание. Вода шикарная вообще, очень хорошая вода.
понесли просто прям. Мы уже привыкли к Средиземному морю, а вот тут прям она намного теплее. Очень комфортная вода. Шикарно. Народ купается без этих, вообще не парится. Здесь буйки такие стоят, чтобы далеко не заплывали. Сегодня очень сильный ветер, прям очень сильно так это обдувает меня. Вот на том берегу видите тоже отели, отели, отели. Туда на них, которые какие-то отели стоят. И здесь отели, 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 отели. Одни сплошные отели. Кто-то только сейчас морскую вот эту траву выбрасывает на берег в это время года. Я читал про нее. Но на все остальное впечатление она никак не влияет. Очень классно. Погодите, не смотрите. Смотрите, какие водоросли тут интересные. Какие-то кругляши. Какие-то эти смородинки зелененькие, но при этом продавливаются. Ура, а, пахнут как вкусно. Наверное, съедобные. Какой? Есть можно, только траю сюда. Ауч. Ешь, мама. Как вам, дети, понравилась вода? Миша, только ветер еще очень сильный, а так все классно. Пойдем в бассейн, мама. Миша, в бассейн чуть похлюстался, уже теперь зовет всех обратно в бассейн. Ватные ножки. Какой Андреал, вообще Андреал. Я всегда восхищалась Средиземным морем. Оно мне казалось самым лучшим, оно мне казалось самым красивым, самым чистым, пока я не увидела мексиканский залив. Вот честное слово, вот это просто предел мечтач. Я теперь вот знаю, куда мы будем. Более чистые пески. И даже в какой отель. Сейчас познакомилась с женщиной, правда, не знаю, как ее зовут. А женщина сказала, что она была в Доминикане, она была здесь тоже, но в другом отеле. Все не то. Вот здесь, говорит, именно в этом отеле, просто, говорит, такое удовольствие, такое наслаждение. Здесь, говорит, песок, только здесь такой песок. И теперь поэтому я знаю, где мы будем отдыхать все время. Лапки. Закопаться? Давай песчаного ангела сделай. Помоешься в море, в океане, в Мексиканском заливе. Ван! Ради контента. Ох, этот блогер Миша. Вот это нифига себе. Что, получилось неплохо. Да. И спина немножко песчаная получилась. Пойдем окунемся? Нет. Теперь как собачка копаем яму. Посмотрите на это чудо. Смеется. Класс. Классно. В манке купается. Давайте, да? Песчаный человек. Либо одна рука, потом вторая такой. Живот. Сперва живот у него. Михаил, пойдем пока с тобой. Скажи, мы в столовую, мы в буфет. Пойдем. Да, ничего не трогай, Миша. А я не мыл. Иди мой. Влажные есть у меня салфетки, мы на завтрак собрались. Всем доброе утро. Я тоже на всякий случай еще раз помою. Обзор номера мы вам сделаем позже.